Кишин после выигранного бросания приложился от синей линии. Снова Коновалов в игре. Зимчонок справа. Опять на пятак. Там борьба и передачи. И разыгрывают уже на пустой угол. И Брэндон Лайпциг в первом матче после возвращения забрасывает шайбу. И снова, да, сам мог завершать Кадейкин. Но в конечном итоге увидел на дальней штанге Лайпсика и сделал задачу фактически невозможной для Коновалова. Только что отмечали, насколько хорошо комбинирует. И это не так просто, на самом деле, под давлением создать себе пространство и найти хорошее продолжение.